решите за меня. Вы с ума сошли? Кто за вас что-то может решить? Никому не разрешайте этого делать. Просто запретите думать, что есть кто-то, кто скажет вам, как правильно. Он не будет расхлебывать. Он не будет отвечать за ваши искореженные судьбы. Никто не будет. Только вы будете расплачиваться за последствия своих поступков. И любое решение влечет за собой положительные и отрицательные стороны. И вы должны быть готовы ко всем отрицательным сторонам. Изначально взять за них ответственность. И если вы понимаете, что вы можете это вынести, принимайте это решение. Если вы взвешиваете все минусы и думаете, что вы этого не выдержите, не спрашивайте ни у кого, что вам делать.